Всем привет, канал Арина Цветики. Сегодня я в садовом центре на Тарбекова. Ну вот, думала снимать, не снимать, но покажу вам всю печальку, что происходит. Орхидеечки не заводят, ну, наверное, это связано с курсом доллара. И вот сплошные уценки стоят, очень-очень давно, видимо, здесь не привозили ничего. Ну, из орхидеи имею в виду. Я тоже здесь не была давно, поэтому покажу вам ситуацию, какая. 450 рублей. Там белый был каскад какой-то. Растет листик. Ну, мы сейчас цены посмотрим. 250 рублей белое написано. Ну, корней почти нет. И так практически везде. Ой, какие корни шикарные. Смотрите, сухенькие. Их самое время бы полить. 500 рублей. Вот какой-то темненький был. При желании можно поковырять, достать и посмотреть. Камбрюшки. Камбрии. 500 рублей тоже. Да, мы не в аэропорту, здесь такие вентиляторы. Вот дендробиумы, нобели. Вовсю пускают росточки, 550 рублей. Ну, им, в принципе, да, лишь бы не задохнулись. Ну, вот включают вентиляторы. Хотя, я вам скажу, они плохо помогают. 1500 с цимбидием. Ну, я не знаю. Конечно, дорого. За 500 рублей брали мы. Это вообще мини. Вот он сохнет. Да, смотрите. 1500. А они стоят здесь. И не знаю, месяца полтора-два я здесь не была. Ну, все лето практически я здесь не была. Ну, потому что жара, пробки. Ну, и по другим бывает, что вот не успеваю или что-то еще заехать. Ну, в сторонке он, да, от моих путей. Вот такие. А эти, интересно, еще держат цветочки. Держат корешочки. 1800 рублей. Вот какие желтенькие. Конопушечками. Ой, божечка. Корней-то нет уже. А вот эти корни, они вроде есть. Но их нужно особая технология, чтобы отпаивать. То есть по чуть-чуть снизу. Обмахнула, вынула, обмахнула, вынула. Если сразу залить их водичкой, даже тепленькой, хорошенькой, там, с какими-то витаминами, они погибнут все равно. Они не смогут все это всасывать. Их нужно отпаивать вот, буквально по капельке. Что тут еще интересного? Такая камбрия, 650 рублей. Ну, маленькая, да, уже бульбочки иссыхают, хотя у нее есть вот более-менее нормально. Если начинать поить, она может как бы дать росточек рядом, развиться и жить дальше. Вот они по 650. Не знаю, обзоров не удается снять на каждый день. Наверное, вот так и буду я через день, через два. Еще не забывайте, что я человек, ну, не сказать, что пожилой сильно, ну, в хорошем возрасте, скажем, таком. Поэтому вот у нас были гроза, ураганы, шквалы, ну, видели, да, все Краснодарский край, наводнение, подтопление. Моя голова все это очень хорошо чувствует. А помните, я как-то показывала вот белые цветочки сердечком сколоты. 1000 рублей сейчас можно купить. Вполне хорошая розетка, а тут даже две, по-моему. Да. Вот. И вот приступы такие. Ну, давление и спазмы. 1000 рублей, да. Никому на пользу не идут. Особенно в нашем возрасте. Ну, ничего, вот.
отпоились лекарствами, отлежались. И сегодня выехала я. Ну, завоз должен быть. Ну, пока. Мне даже писали, что должен быть завоз в Леруа. Ну, возможно, еще не вечер. Хотя уже перевалило за обед. Но я вот с утра заезжала в Леруа, там пусто. На моем пути еще один. Ну, попробую там поснимать. Ну, цены, конечно, дикие, что и говорить, для засохших цветочков. Ну, я не в осуждении, потому что, как сказать, я сама, мне пришлось 90-е, 2000-е годы заниматься торговлей, хотя это не мое. А смотрите, вот 700 рублей, да, за черный тоже вроде было. Ну, да, 700 рублей, симпатичная вполне. И корни есть, правда, надо отпаивать. И торговцы тоже люди, им нужны деньги, заправиться на бензин и там, ну, на транспорт, другие расходы. Так, тут что, у нас есть орхидейки? Нет? Ничего нет, не говоря уже там о всех пошлинах и всем, и всем. Деньги, конечно, нужны всем, но для работы деньги нужны вообще. Капитал должен быть. Ну, пойдемте посмотрим. Так, игуана спит благополучно. Привет. Ой, радужного удава, наверное, купили. Я надеюсь. Его нет. Обезьянки. И не знаю, не видно. Такие стоечки для цветов. Ну-ка, сколько он? 5800. Моя невестка хочет такую. 6000. Обалдеть. Ну, у меня такая же, я ее покупала за 1000 с чем-то. 3500. Ну, вот это... Папа у нас за голову схватится. Если могу, ну, вот эта большая, вот хорошая, за 6, да. Пойдемте посмотрим другие растюшки. Тут мы не пройдем. Да, жалко, получился маленький обзор. Ну, вот у нас она сгорает, не знаю. И дома сгорает, и опрыскивает. Ну вот она как драгоценная у нее листья переливается. Мне очень нравится. Ой, выскочила из головы, кто это? Маранта. А мне амаранта. Маранта. Я ее держала несколько раз, пробовала, но на улицу выношу в тень, тоже все равно она подгорает. Так, тут всякие у нас малипуськи, хои. Что-то девчата мои молчат, которые хотели хои. Пока была зима, все хотелось, а летом, наверное, не до цветов, тем более вот с такой обстановкой финансовой. Да, ну, мы все переживем. Я даже не надеюсь, я точно знаю. Мне там хватает за голову. О чем вы говорите? Мы, говорю, развал Союза пережили, без денег жили по полгода и все пережили. Поэтому все переживем, естественно. Ой, как. Какой красивый. Это, наверное, алоэ. Сейчас я посмотрю, зайду с той стороны. Да, много суккулентов. Ну, хотя не так много, как обычно. Сейчас посмотрим, что это. А почем здесь такая? Вот я покупала, девочки. Ага, тут не видно. Ну, я покупала лучше, конечно. Там прям такие бульбочки были. Паланхои, наверное. Ну, кто-то уже вынимал, там листик сломан. Да, каланхоя, 950 рублей. Красивая каланхоя. Не знаю, лечебная, но нет. У меня раньше было два вида.
колонхую. У кого есть маленькие детки, знают. Один надо закапывать в носик, чтобы прочихались. А другой, чтобы как бы вычихаешь, и чтобы не было тихо. А что это такое кудрявое? Полисциаз 3300. Ну, не знаю, я не знакома с таким растением. Идемте. Да, весной были тут поля из разнообразных цветочков, однолетников, рассады. Сейчас все намного проще. Вот радисканция мини, 795 рублей. Ой, интересно, это бутон или это листик так лезет красиво. Ну вот, что тут доживает рассада чья? 100 рублей, полеус. Ну вот это видно, что колеус. Ну вот покажу еще такое поле чудес. Кто это у нас? Циндарсус. Если я правильно прочитала. 495 рублей. Вот такое поле. Всем спасибо за просмотр. Ну пусть там, ну, оценки, если кто-то захочет оценочку, можно прийти и выбрать. Только оценки. Вот садовый центр на Отарбекова. Всем пока-пока, до новых встреч.